Всем здравствуйте! Сегодня для всех тех, кто не знаком с костюмом Rescue компании HSN, для тех, кто уже знаком, но еще не смог его пощупать, потрогать и узнать, чем он так отличается и почему он так желанен многими рыбаками, почему за ним стоим в очереди, почему мы делаем предоплату для этого, чтобы получить данный костюм. Я сегодня вкратце расскажу о нем следующее. Костюм шит в компании HSN. Это один из старейших заводов, который работает на современнейшем оборудовании, с современнейшими материалами. Отбирает компания очень тщательно материалы самостоятельно. Благодаря этой компании мы имеем возможность получить по красивым ценам самый современный костюм. Так чем же он так хорош? Первое, что мы хотим от костюма, когда покупаем зимнего? Чтобы он был теплый. В данном костюме мы получаем наружные и внутренние материалы, полностью соответствующие по теплоте. Можно в нем комфортно провести рыбалку до 30 градусов. Хотя не все в 30 градусов ходят на рыбалку. Но действительно костюм работает, проверено. Мы 2 года уже продаем такой костюм. Второе. Мы хотим от этого костюма, чтобы он был эргономичен, удобен в движении. Очень продуман форма костюма. Сзади удлиненная юбка, чтобы не задевала. Спереди он чуть коротковат, для того, чтобы было сидеть на снегоходе, движении и так далее. Эргономика на высоте, поверьте. Можете испробовать сами. Следующее, что мы хотим, чтобы в нем было не жарко при движении. И здесь этот костюм раскрывается полностью. При движении мы можем расстегнуть молнию, он будет проветриваться, но горло у нас закрыто, потому что есть дополнительная манишка. Это раз. Дальше, почему он будет дышать? Мы имеем современнейшую металлизированную подкладку, но в то же время это точки алюминиевые, между ними есть материал, который очень гигроскопичный и хорошо забирает всю влагу. Дальше эта влага попадает на самый современный утеплитель Alplux. Этот утеплитель обалденно забирает быстро влагу и в то же время ее передает дальше. Следующий слой у нас плавающий. Это вспененный полиэтилен. Благодаря чему это единственный теплый костюм, который удержит вас на воде до того момента, пока вы не вылезете. И вам на лед будет намного легче выбраться. Потому что он держит вас, а не наоборот тянет вниз. И дальше наружный материал. Это современнейший износостойкий материал. Называется он мембрана Хайпора. Вот, произведена она в Корее. То есть она дышит. У нее дышащие свойства 3000 мм. Можно по-разному интерпретировать. 5000, 10000, 20000. Но люди, которые уже оценивали и этот костюм, и другие, понимают, что главное не в том, что написал производитель, а чтобы он действительно дышал. Этот костюм дышит. По отзывам наших покупателей, очень хорошо дышит. Что мы имеем дальше? Дальше мы имеем очень хорошие конструктивные особенности данного костюма. Что его отличает от всех других? При необходимости, чтобы не задувало, для всех любителей, мы имеем юбочку. На юбочке вы можете видеть резиновые полоски. Когда вы застегиваете, они очень плотно прилегают и тем самым не позволяют ветру задувать, не позволяют костюму заползать, сползать, он лучше держится. Дальше. Мы идем с вами, передвигаемся, нам жарко, чтобы костюм не сдувало, застегиваем, он не раздувается. Очень большой плюс. Функционал везде максимальный. Дальше. Хочу особое внимание выделить. Капюшон скроен идеально. Он имеет жесткую форму, жесткий козырек и не имеет никаких клапанов, которые постоянно болтаются, даже на дорогих костюмах, которые не знаешь, куда пристроить. Отлично сделан. Дальше. Средней высоты воротник. Он не закрывает полулица зачастую, который мешает, особенно японцы так любят делать. Имеем здесь флис. Гигроскопичность бешеная, тепло, очень комфортно лицу. Дальше. Непромокаемые карманы. Я думаю, что они не на 100% непромокаемые, когда вы попадете в воду. Но, во всяком случае, телефон ваш не зальет точно.
огромное количество удобных карманов внутренних. Отдельное спасибо производителю за погоны, которые нашиты. Они прорезинены. Когда вы несете ящик, ледовор или что-то другое, у вас не спадает с плеча ничего. Это комфортно. Не могу не отметить мелочь, но очень приятную. Выемка на кармане и прошитая. Если вы на своем любом костюме попробуете открыть клапан, здесь это можно сделать закрытыми глазами, удобный холестик, вы легко попадете рукой в карман. Кстати, все карманы, флис, все, что забирает у вас влагу с руки и очень быстро греет. Функциональным вещам могу отнести удобный маленький кармашек для мотыльницы, всегда под рукой. То, что никто не делает, я раньше не встречал, я от этого в восторге. Специальная резинка, которая держит ваши спасалки. То есть они всегда у вас на руках, на этих местах. Они вам не мешают ни двигаться, ни ловить рыбу. Но в крайнем случае, если вы провалились над лед, под лед, как правило, где у нас спасалки? В ящике, либо в кармане. Здесь они у вас на руках. Вы их достаете, упираетесь, вылазите. Ногти до крови вы не сдерете. Это еще один шанс выбраться. Напоминаю, это единственный теплый, дышащий костюм, который плавает. Не хуже, чем шведские собратья, которые, вы знаете, плавающие. Вот. По комбинезону. Комбинезон до груди. Регулируются манжеты легко. Два внутренних кармана. Все герметичное. Соответственно, два кармана здесь. Притом они не ниже до колен наклоняться не надо, не выше, чтобы не мешал костюм, а они на том уровне, на котором должны быть. Немаловажно. Одеваете костюм, очень легко регулируется по талии в обтяжку. То, что сейчас уже модно и очень, считаю, нужно, вставки подколенные, которые можно менять, вытаскивать при чистке. Я, например, себе заменял на более толстые, чтобы на коленях было удобнее стоять. Они легко вытаскиваются. Место для сидения у нас тоже снабжено пенкой. То есть можно садиться на ящик, на лед, дополнительно вам ничего не понадобится. Здесь вы 100% защищены. Понятно, все места, которые протираются больше. Здесь материал износостойкий, черный. Костюм очень брутально выглядит. Он в темных тонах, но в то же время, заметьте, очень здорово сделаны яркие отделки. То есть плохую погоду вас все-таки видно. На темном фоне пестрые места. О костюме можно о мелочах говорить много. Каждая эта мелочь заслуживает отдельного внимания. И особенную благодарность производителям данного костюма, кто вложил в него и душу, и все свои знания. Здесь внедрили все, что встречается в разных костюмах. В одном нравится одно, в другом не нравится другое. Здесь все самое лучшее. На это самое лучшее шили из современнейших, как повторюсь, материалов. И плюс большой бонус. Вы берете костюм в ценовом диапазоне 14-15 тысяч, и он еще и спасатель. Он плавает. Костюм Rescue. На данный момент, наверное, это самый лучший выбор для любого рыболова.